Такой момент. Всех приветствую. Я их выпустил. Хотел уехать, не открывая. Крыса пробежала. Трук-трук-трук-трук. Под кирпичи. Здоровая крыса. Блин, чем помочь, я не знаю. Так, на кирпичи сейчас они меня разберут. Во, все, поймал. Все. Есть. Есть. Все. Молодец. Крысу поймали. Все. Ческа. Все, готова крыса. В прямом эфире почти. Все, только не жрать. Все, здоровая. Волчан нельзя. Волчан. Фу. Фу, да что такое? Волчан. Все, здоровая крыса. О, падаль, да? Какая. Фу, волчан нельзя, вздыбился весь. Фу, нельзя, я выкину сейчас. Ну вот утренняя охота. Фу. Все, выпустили кишки. А я думаю, ну что ж, лайки. Ну, кирпичи чуть-чуть разобрали. Чеза, Злата, молодец ее. А Чеза ее, как всегда, перехватил и задушил. Сейчас валяться будет. Вот такой очерк. Охота продолжается. Еще минус одна. Все, перегрызла. Все, чай лопатой за забор. Выкину ее. Молодцы. Волчан, это есть нельзя. Все, об добычу тухлятину. Все, перегрызла. Молодец. Фу. Все, чест, молодец. Все, каюр, там нет больше ничего. А я ехать погрузил, все. Думаю, поеду сейчас. Приставом, фигистом, все. Не, вы не едете. Я вам сейчас косточку дам. По косточке раз выпустил, заслужили. Я же разделил. Нет, каюр. Нет. Донкраты у меня тут. Аккумуляторы. Идите гулять. Волчан, главное, чтобы ты не съел. Нельзя, фу. Чес, охраняй, я пока лопату сейчас возьму. Фу. Кишки начинают. Фу, волчан. Пойдем. Минус один. Здесь капкан не сработал. Вдоль забора. Вдоль забора. Злата, иди гуляй. Злата. Такая здоровая. А там у меня сетка же понизу. За забор она не убежит. Ну, в середине кирпичей Злата ее. Ну, увидели все сами. Все, фу. Гадость. Фу, блядь. Я сюда, она туда. Нельзя, Злата. Злата, фу. Фу. Злата, у тебя нос весь в крови. Че, она дербанула тебя? Капает кровь. Злата. Ну да. Нельзя. Нельзя, то что ты мне морды-то? Все, она в космос. Злат, нос облизывай. Здесь крови течет. Да ёпрасоте. Молодцы, отохотились, молодцы. Все, пойдем. Нет больше крыски Ларецки. Нечего бегать тут. Завелись. Крупненькая такая.
Ну а что делать? Такой шанс упускать. Конечно, собак выпущу. Сейчас по косточке, да, закрою обратно. У меня сейчас дела. Порешаю дела. Там приеду. Переоденусь, заберу их. Поедем. Капкан заряженный стоит. Закрыть. Здесь они уже не шастают. Все, по косточке, да? Поваляться. Нас она и прокусила. Нет, нет, нет. Как они достали эти крысы. Сроду не было. А, она шуруй так оттуда. Трик-трик-трик-трик прыгает. И в кирпичи. Ну, думаю, бля, я уже все, вот, собрался ехать. Погрузился. И вот, пожалуйста. Сейчас я дам вам по костяге. И все. Каюр, иди гуляй. Перебаламутили вместе там, донкраты. Делопуты. Мне все равно домой без вас надо ехать. Посветали футболки постираны. Этот. Косу вести, а им неудобно. Так, футболки надо убрать, он попадает. Они высохли уже. Летают, значит, терраску скоро разберется совсем. Ну вот и все. Так, не расходимся. Злата, иди гуляй. Злата. Белку не ушла оттуда. Все проверили. Сейчас по косточке дам, все, и отдыхайте обратно. Вот все, сейчас. Брал 10 тогда. Одна еще дам. Все. Дела переделаю, вас заберу. Ушли гулять. Ушли гулять. Ушли гулять, пошли гулять. Злата, иди гуляй. Белкуня. Белкуня, иди гуляй. Ну, ко мне иди сюда. Злата, ко мне. Злата, ко мне. Ко мне иди сюда. Каюр. Злата. Бела. Давайте на место. Все. Взбодрились. Проснулись. Молодцы. И это очень хорошо. Получите, распишитесь. Держи. Холодненькая. Тес, как ты умудрился у Златки? Как она ее за нос дербанила, да? А, тут два. О, ради шелеста вкусняш. Кашу что не доела? Сядь. Сядь. Прям как в топку кинул. Ехать вы хотите, я знаю, но не поедем. Сейчас поеду, заправлюсь. Там уже все лампочки загорится. Да. Ты, как и газа, и миски гремят, и весь истоптался. Господи, и места себя не находит. Посмотрите на него.
Сожрать хотел крысу? Крысу сожрать хотел? Вот так будешь на зверя лаять. Непрестанно. Вот так. Ты должен вот так лаять, да. Сиди, садись. Дай лапу. Да, молодец. На. Две маленькие, кому маленькие достались? Более активные у нас получились Злата. И Чеза. Каюр огромный. В чем встал, не отнимай его тебя. Мелкую, может, тоже есть. Ладно, я поехал дальше. Задержали меня на видеоролик. Каждый день события, правда. Что-то да происходит. Минус одна. Это радует. Здесь всех переловим.